Акцию «Береговой десант» провел молодежный клуб «Ровесник». Ежегодно ребята из краеведческого и экологического отрядов клуба, а также волонтеры, собирают мусор на берегу рек городского округа Щелково. Своей акцией мы призываем наших жителей к чистоте, к бережному отношению к окружающей среде, к окружающей природе. Акция несет воспитательный характер, так как подрастающее поколение, вот в частности наши ребята, активисты, да, я думаю, что они уже не будут мусорить после такой уборки. И также уже в будущем молодежь будет прививать своим детям такое же бережное отношение к экологии, к окружающей среде, к родному городу. Когда дело касается экологии, в стороне оставаться нельзя. И ребята из «Берегового десанта» это прекрасно понимают. Поэтому который год подряд проводят чистку реки Клязьма. Много интересного можно найти на берегу. Здесь кладоискателям попадутся стеклянные и пластиковые бутылки, мешки уже с собранным мусором, остатки еды и одежды на любой вкус и размер. Все это оставляют жители после своего активного отдыха. Екатерина Сусенко, Валерий Жуглей, телерадиокомпания «Щелково».